учимся правильно резать драконий фрукт. Смотрите, отрезаем вот так вот первую часть. Пополам вдоль. Вот он наш фруктик. Вот такой. Съедобная часть белая. Здесь я сейчас отрежу вот так, чтобы можно было подобраться и снять шкурку. Аккуратненько ноготочком вот так снимаем шкурочку. Все, можете нарезать квадратиками, дольками, полукружками. Вот это вот съедобная часть.